Глава 5. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали: «Так говорит Господь Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне». Но фараон сказал: «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Они сказали: «Бог евреев призвал нас. Отпусти нас в пустыню на 3 дня пути принести жертву Господу Богу нашему, чтобы он не поразил нас язвою или мечом». И сказал им царь египетский: «Для чего вы, Моисей и Аарон, отвлекаете народ от дел его? Ступайте на свою работу». И сказал фараон: «Вот народ в земле сей многочислен, и вы отвлекаете его от работ его». И в тот же день фараон дал повеление приставникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте впредь народу соломы для делания кирпича, как вчера и 3-го дня. Пусть они сами ходят и собирают себе солому, а кирпичей наложите на них тоже урочное число, в какое они делали вчера и 3-го дня, и не убавляйте. Они праздны, потому и кричат: пойдем принесем жертву Богу нашему. Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами». И вышли приставники народа и надзиратели его и сказали народу: «Так говорит фараон, не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете, а от работы вашей ничего не убавляется». И рассеялся народ по всей земле египетской собирать жниво вместо соломы. Приставники же понуждали, говоря: «Выполняйте урочную работу свою каждый день, как и тогда, когда была у вас солома». А надзирателей из сынов Израилевых, которых поставили над ними приставники фараоновы, били, говоря: «Почему вы вчера и сегодня не изготавливаете урочного числа кирпичей, как было до сих пор?» И пришли надзиратели сынов Израилевых и возопили к фараону, говоря: «Для чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим, а кирпичи говорят нам: делайте. И вот рабов твоих бьют, грех народу твоему». Но он сказал: «Праздны вы, праздны! Поэтому и говорите: пойдем принесем жертву Господу. Пойдите же работайте. Соломы не дадут вам, а положенное число кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: «Не убавляете числа кирпичей, какое положено на каждый день». И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». И обратился Моисей к Господу и сказал: «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего».